Всем привет! Приехал я сегодня на Днепр, приехал без лодки покидать с берега. Не хочется мне возиться сегодня с лодкой, поэтому приехал я на то же место, где и ловил в прошлый раз, когда участвовал в онлайн-соревнованиях, и попытаюсь с берега докидывать до тех же мест. Конечно, это у меня получится с трудом. Спиннинг у меня коротенький. Black Hole Swift. Длиной 2.13 он вроде бы. Даже меньше. 2.2, наверное. Не помню. Тест 7.21. Катушка. Дайва Калдия 2.500 размером. И плетеночку я сегодня поставил. Ну, вернее, не поставил, у меня тут и стояла десногорская плетеночка. Плетеночка китайская. Написано, что она единичка. Ну, на деле она примерно полторашка. Восьмижилочка. Ну, и начинать сегодня буду ловить на джиг. Что из этого выйдет, увидите сами. Половил я 40 минут на джиг, не было ни одной поклевочки, ни одного ударчика, и решил я поставить воблерок. Это как-то мне привычней и интересней. И вот как раз меня в комментариях спрашивали, когда ты, Саня, будешь тестить воблеры от Цуёки. Вот, пожалуйста, Цуёки, как он, флирт, 115 СП. Я их как раз держу для тех случаев, когда я буду ловить с берега. Так как с берега, если я зацеплюсь, то отцепить мне практически не удастся. Поэтому с берега я использую более дешевые воблеры, чем оригиналы. То есть копии. Цуёки флирт — это копия на Максквад. А вот, ребята, и отличился Цуёки Рудра, то есть копия Рудры от Цуёки. И поймал он у нас щучку. Нормальную такую щучку поймал. На одном крючочке висит. Вот и разловлен цуёковский воблер. Ну что ты, будешь срываться или мы тебя домой возьмем сегодня? Ай, возьмем мы тебя домой, если не сорвешься. Опа. Ну, такая нормальная полторашка, кило 800, где-то так. И вот воблер от Цуёки.
ходил я еще примерно около часа, покидал разные воблеры, но не было ни одной поклевочки. И ради прикола решил поставить вот такого вот крутого уокера ютумовского. Называется он Свинг. Но его тоже никто не ест. Вот тут интересный такой мелячок с течением, с травкой на дне. Ну, в травке, как вы видите, не знаю, видно на камеру, не видно. В травке совершенно нет ни одного малечка. Видно, малечек все-таки траванулся у нас в Днепре. Ну и никто не плещется, не скачет. Пытаюсь пока кидать ради так прикола. Мне нравится, как он плывет. Очень прикольно. Проводка называется. Собака на поводке. И он туда-сюда, туда-сюда. Прям красавчик. Сам бы съел. Но на него никто не обращает внимания. А может, тут и нет никого. Очень бы хотелось, чтобы что-нибудь клюнуло на поверхностную приманку. Ни с чем не сравнимые ощущения. Когда ты видишь поклевку, чувствуешь такой мощный удар, вылет рыбы. Давно я так уже никого не ловил. У меня иногда в комментариях спрашивают: Саня, а почему ты вот не ловишь на этот воблер или еще там на что-нибудь? Ловлю я, ребята, на все. Просто воблеры, на которые я ничего не поймал на рыбалке, они практически не попадают в кадр. Нечего показывать. Если я буду в своих видео показывать все воблеры, которые я кидаю в процессе рыбалки, то каждое видео будет длиться по 5 часов. А в кадр постоянно попадают только те воблера, на которые что-то клюнуло или что-то поймалось. Вот нашего крутого уокера никто не хочет. Хотя он мне так нравится, так хочется на него поймать. Где тут наш малек плавает? Вон, единственный малек, который у нас тут рядом плавает. Вон он. На поводке малечек. Малек. А какой малек? А. Хожу как дурак, щуку на поводке выгуливаю. Кто увидит, оборжется. Ладно, сколько у нас там время на китайских часах? 8:38. Половим часиков до 10 и, наверное, домой. Наконец-то. Во, повис на резиночку вот такой вот супер-окунь. Ну, очень мощный. Во. Вот и все, ребята. Подошла моя рыбалка к концу. Отличился сегодня всего лишь один воблер. Это Цуёки Шанс 130 СП. Поймал он одну щучку. Ну, щучка такая примерно около 2 килограмм. Я доволен. Рыбалка, в принципе, удалась. Ловил я сегодня в черте города. Как вы видите, вот столики тут стоят. Люди тут бухают. Еще тут чем занимаются, непонятно. Вон, коты тут гуляют, все как положено. Ну и напоследок хочу сообщить вам такую новость.
Многие из вас уже знают, что я делаю маленькие колебалочки на головля и жереха и продаю их по почте. Ну а сейчас я сделал небольшую партейку, 100 штучек пока, правда, только, и отослал своему другу в интернет-магазин. Так что теперь эти блесна можно купить будет в интернет-магазине. Уже рассмотреть, какие вам надо цвета, ну и все дела, короче. Ссылку на интернет-магазин я вам оставлю под видео. Кстати, этот интернет-магазин работает не только со 100% оплатой, а также и с наложным платежом. То есть товар вы сможете оплатить уже на почте. Вот и все новости у меня. Тетка эта задолбала там орать целый день. Ладно. Всем удачи. Пока.